Кружок Хилика, Лилия, Звезда, Маковей, Ром, Трусы, Айоши, Квадрат, Войд, Череп, Алдеран, Ги, Контроль, Остальные Рейд отошли. Так, Ром уже не по контролю. Сейчас тебя ресну. Все, короче, бейте, точечно ромб. Маковей, стан ромбику, а я сейчас стану прыжку. Вставай, Хилика. Лилия, ты игрока? Только не успел. А, Лилия. А, да. Звездочка, это вот желтенькая такая вот. Кружок, это вот. Я не знаю. После третий раз уже звездочку контролируешь. Потому что звезда и череп в одной точке, да? Давайте звезду бьем. Станы точечные раздали звезде. Неф небес, кольцо льда. Если шипы или сова садятся по мне, это хорошие шипы, да? Или сова? Это мультидот, ищи шипы. Ну да. Да. Совы сложно сесть. Я садился на лича. Так, Айоши звезда, станешь. Маковей кружок, играйте в трэш. Звездочку, потом кружок. Кольцо льда, внешний без. Да, все верно, открыто регенит план. Звездный огонь, когда взаешь. Сейчас МТ будет дарен, но... Да, я забыл просто. Может, в хила помочь? Да, Богдан в хила. Богдан. Да. Может, мне тоже? Я вот не знаю, диплом оставить в танке или... Но все равно мы будем стопать, да? Да, пусть тогда я, чтобы в зеркале не стоять, чтобы вам лично не получать. Диплом оставайся в танке, и этот, и Даринон пикайся в БДК, и Айоши холипал. Можешь мне тоже похилить, а то, мне кажется, ну, чтобы дополнительно охуенно спасти. Ну хорошо, спикайся. Ну так, на первой взлетке Лилия Гимнат Хил, Мастер Аур, Маковей. На второй взлетке Хилика Гимнат Хил, Айоши Мастер Аур. На первой взлетке Сакру не давать. У вас 5 друлей, убафнуть не может. Каску по ханту. Хилы в центре, ЖД сбоку. На рейнджере. Интеллект, маги. Диплом я сначала ставлю в зеркало, а потом ты заберешь. Ну, то есть не подходи сразу. Ну, там, наверное, еще макросы на пул надо поменять, да? Ну и да, на пульте лучше на Даринона. На пулевать и на Даринона.
все. Вот, блин. Две истерии, может быть, король. Да, передавай укусы хилики, Лилии. Да. Ну, я думал, что Лил ставит укус. Да что ты? Я бы второй попробовал, я не знаю что. Звезду кусайте. Бегайтесь, лестница не туда блинкаешься. Звезда! Кусай звезду, метка есть. Потом кусайте кружок. Вот брат. Диплом вешай на себя щиток свой. Куда так делай? Ягер, метка. Я что-то квадрат не вижу. Но я не... около рома стою. Но он сбился, походу. Сейчас. Вот, квадрат. Я тогда Лилию укушу. Ну, накусай. Сейчас будет метка. Время метки будет взлетка, эфир. Киньте на цель антифир. Ягер. На черепок антифир можете кинуть? Когда? Ну, пока. Если... Может, тьму прожмёт? Давайте, набрали дистанцию все. Лили, гимн отхил, Маккавей, мастер аут. Дайте гимн ман. Сейчас, подожди, надо захилить. Хилика, давай гимн ману. Ставим вот это. А, я не в пятой пати, сам забей. Нормально. Могу сейчас перекинуть. Да. Максимус метка. Переставляйте паладина ауру от тьмы. У меня стоит тоже нормально. Это шторм волока. Консюрит метка. Ангел что-то побежал под стенку, прям как метка. Это кусус побежал передать. Стопайте по боссу на минуту ждать. Пактом лучше сбегайтесь. Да пусть бьют, не надо стопать. Ладно, бейте. Это ж не обычка, здесь хп больше, как раз успевают. Сейчас будет страх, диплом на взлетке дашь сакру. Или как гимн отхил. Передача укуса сейчас, кусайте хилов. Сокс. Альфари, выйди с меткой. Даринон, останься пока, я пойду квест дам. Корите, ну...
Ты первая кралька, 14 400 тысяч. Спек не кого-нибудь хила, я на 3 минутки отойду. Шо, 10% кому-то надо, шея? А, ДК. В чем ПДК? А Юша, ты в хиле еще? Не. Сейчас, короче, токен освещу, руки прибегу. Да тут альфа респекнулся, я видел. Пошли дальше тогда. А кому отдал, Олег? Найсфриз выиграл. А, это Рома со стаи, короче, и он отошел, понятно. Ну, помем со стаи пока. А нет, тут, смотри. Кто там? Ну да, Асюс, Фукс, они написали, что отходите. Сейчас, тут... сейчас, секунду, мне надо камни человеку сделать, попросил. Я здесь, что? Есть у кого-то красный камень? Все играем в звезды. РДД, милики, звезду. Есть у кого-то красный камень? Не, вот, нет. Так, в звездочку играем. Забейте того моба, играем в звездочку. От мобов ауешных отбегаем. Поставьте ауру на фрост. Сначала звезду, она призывает мобов. Потом кружок. Отойдите от, блин, от того и домами. Дайте гнев небес по трэшу и кольцо льда. Сыграйте в ауешного моба. Мы сейчас так упадем, если будете стоять в этом ауе дамаге. Конскюрит, поднимай дипломы. Бафы попало. Ну, диплом, врывайся в этот трэш, Гелд вытащит звездочку, будем бить звезду. Каску, вижу, бафну уже. Хильте хорошо, диплома. Кружок потом. Ладно, не кружок. Ну, давайте этот кружок. Играйте в остальную трэш. Thank you.
Ставьте рыбу. Не достаю слишком далеко. Спекаемся всех в хилов. Альфари тоже хила. Дань, слышишь? Да. На Синдре тоже надо будет, да? Да, я думаю. Будет Синдрет хилят на все остальные варки. Дайте рыбу. Шо, Дарина? Ты второй по рову. Рыбка есть у кого-то? Где мой пэт? Ты можешь заходить тоже в портал и с духом стаи с нами бегать? Отлично. Староконь, Войд, Рейд, Кордоба, Секьюрити, Альфари, Айоши, Вальку. На летанке. Буду молчать, просто летать за звездочкой. Такие ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Еще не готово. Только Олег говори, куда типа слетаемся. А, она сказала. Ладно, держи звезду. Пытаемся тогда к голове. И направо. Вы все сзади там, да, больше стоите? Нет. Рома сейчас соберет 15 стаков и сдохнет. Встречаемся тут тогда все сбоку. Подвалька есть еще один портал, если можете уменьшить увальку, у кого есть пряности. И налево. Рома, ты можешь стаки там не собирать? Сейчас последние порталы и тогда рост. Стаки увеличивает урон по мобам. Но и он получает постоянно урон.
Слечок к хвосту, слетаемся к хвосту. Уменьшите Вальку, пожалуйста. Направо. Давайте рост. Гем отдаю. Наверное, надо было до этого портала рост. Понятно, да. 20 секунд. Спущусь вниз, а это 2 минуты. Джеза. Вась Христиан, а мейн ботинки? А чё это, пацаны? Сегодня после резки ВК не будет? Ну ты бы зачем? Чё? Будет. Не, просто вчера после РТ говорили, что, мол, сегодня днём будет ВК. Вот я почему и спрашиваю. Может, вы уже днем принесли? Что, трэш будем вести, нет? Сейчас аспект у меня деревья запущу туда. Просто петом тревел, Рома. Побери в цели и петом там. Звериный глаз вроде, как оно называется? Не-не-не, все, уже пет пошел, он пет обратно подзовет, что он сделал. А че, сколько мы идем, пацаны, кто замечал по времени? 102. Да ладно. Да нет, часа полтора, нет? Полтора, да. А сейчас 2 часа будет. На седре посидим просто. Блин, умный, наверное. Вайпы были? А это, пацаны, Adobe IP дается как? Без вайпов или по времени, что надо уложиться? Или так, или так. А если и то условие выполнило, значит тройное IP, да? Не, просто Adobe IP. Жаль, а было бы пока. 4 дали. Я сделал по времени лишь потому, что с вайпом можно успеть за 2 часа ЦК провести. И без вайпа тоже за 2 часа.
Краль, ты подвигайся в сторону, у тебя рабочий застрял. Ну, какой-то работяга там тусуется. О, ништяк. Я картошечку, короче, пожарил на листе по-французски. Вот. А что не обещаешь? Ну тебе как, не знаю, весло в монитор кинуть или что? Я не знаю, как тебя угостить. Ты откуда, мать? Я откуда вы? С Урала. О, брат. Я тоже почти рядом. Я с Сибири. Ну, я с Челябинска практически. Меня знаешь, как связывают Челябинск со мной? Я, короче, там собаку покупал. Город просто вышка. Как? Готовы к соседству с Китаем? Город вышка. Ну, в смысле, то, что хороший город. Ну, у меня тоже хороший город. Ну, в общем, суть в том, что приезжай в Барнаул, и, короче, я тебе угощу картошечкой, а потом, короче, сядем на мою яхту и поплывем по Оби, короче, в Новосибирск, к Войду. Там у него, короче, свое кафе, мы там бахаем бесплатно. Он нам путь обратно. Кафе как называется? Драники у Войда? Наверное. Ой, ты как упорывай. Да, Рома. Ну так она не в виду, что она не с области. Города Сапки. В Белгороде есть маг? Ну, значит, нормальный город. Так, релогнусь. Это подлагивает. Диплом смотри, чтобы я точно выполнил квест сейчас. Я спулю, где-то секунд 20 пройдет, потом пойдешь, заберешь меня, чтобы я на первой фазе не получил 4 дыхания. Она взлетит потом, и я словлю ее уже по приземлиться, окей? Через секунд 20 спула заберешь у меня Синдру, чтоб я на первой фазе до взлетки не ловил 4 дыхания. Хорошо? Хорошо. Потом, как взлетит, я потом приземлюсь и ставлю ее сам уже дальше до конца. Так, нам надо 5 хилов минимум. Альдеран Эрдру есть? Спекайся. 2 Эрдру, 2 Эршамы и Холи Пал. А этот старый конь ушел, что ли? Да, ему там надо было что-то сделать. Могло его какую-то уложить спать. Ладно.
Поставьте шкаф, суманите Лока. Ну, Паваротти давно не видно было. Рейдах давно не видно было, так он играет. Ну, я это имею в виду, что в рейдах не появляется. Трудачный сезон, наверное, на городе. Как он фильмы смотрит, ему сейчас некогда в рейдах идти. Давайте заново все бафы по локам. Четырежды дыхание надо словить, правильно? Да. В груди нет у тебя Достовской? Нет. Там же, скажем, стакан все больнее и больнее будет. Там не намного сильно. Там пару каби идет. Так, тут... Чек на пул. Одещина тут. Десница. Спускаемся, запускаем босса. Собирай диплом. Ром, притворись мертвым. Все, вроде никто не врывается. Прибежали. Молодец. Охуенно. Алдеран, поднимай. Где моя пета? У тебя есть отрыхнутый сдох на притяжке? Вставай. Санта, уйди. Ты больше писал бы в чате. Я в метке, смотрите сами. Слева близко. Справа, справа. СС-ы. Ягерный бой. Максимус на конскюре, да повесишь, староконя нету в рейде. Кому, Олег? Конскюре, это сова такая, третья пати. Давай, хилик, один на отхил. Вы не бьете почему-то метки. Че, может, рост после... притяжки, можно? Как ты считаешь, Даня? Пати каску по ханту, листобаф и лапу, интеллект, крест по ханту. Нормально так ее развернуть, Синдру? Там кто-то летает. Бежали. Да какая разница, с какой стороны танчить? По сути. А я услышал, типа, подвернуть под этот...
Давайте, всего на всего 10 лямов осталось. Не, мы не переведем. Главное верить. Переведи. Давай, немножко осталось. Видишь, перевели почти. Опять на мне метка. Подожди, а там разве не должен какой-то баф вешаться на меня? Ну ты играешь. Да. А ты с гранью танчишь? Да, с грани. Посмотри. А, вижу, все. Есть 6 минут закаленным. А, есть, я думал, ты просто твой дебаф говоришь. Бафа нет. А, баф на грани есть. Я почему думал, что он тут в дебафах отображается. Да не. Это тот дебаф, который Синдра вешает, отображается. Давайте, вторая фаза сейчас будет. Три хила освобожденной магии. Каску по ханту так и не дали, я смотрю. Как у вас давал? Диплом, дай каску по ханту. Все метки под босса. Элвин, под босса милики в РДД зоны. Сливайте метку. Ивент, прожми кожу под босса. Три хила освобожденка, не бьем метку. Набирайте по одному стаку и хильте ВДК протопала. Прожимай сакру диплом. Следующую метку под босса. Даран под босса. Прожми кожу. Под босса метку. Кожу прожми. Девай метку. Как Ардру хилить с освобожденкой? Никак. Слип под босса. Буйный рост только мелизонный, и все. Блин, только не хлопните. Маг умрет, не будет глыбы. Босс, Фукс, под босса прожми что-то там, не помню, что прожимает маги. Какой-то фрост резистенс. Сейчас притяжка будет. Ну да, притяжка, все верно. Давай под босса. Под босса Макавей. Прожимай щиток, срезку, если есть. Давай, последние под босса. Сливайте, добивайте босса. Да, только хант умирал на боссе. Талик. Талик, повезло кому-то. Смотрите, я нормально нахилил, да? На освобожденке. Алик, запишешь в очередь на сколк меня? Да. Так, Талик, Талик. 400 тысяч полоса был. Так, Лилия получала вещь там какую-то, да? Да, шип. Шип. Ягерь получил объект. Сфукс выигрывает. Или Сфукс получал какую-то вещь. Ну, нормально, 12 ПР, Тарик. Кто выиграл? Сфукс. Вот, если бы не ролили объект или шип, забрали бы талисман. Так, а почему Алилия 32 ПР? Мне не надо Талик, что ли? Я взяла. Ну, одна же шмотка, одну можно взять. А что ты взяла? Шип.
Ну, мне шип тоже нужен. Куда бьет Алик? Да и пофиг на этот Талик, нафиг он нужен. Я без Талика года два, наверное, локом ходил, или год. Полтора года. Как давал 15, так и даю 15. Он практически уже никто не нужен. Тоже может похилить четвертым хилом с меча. Лучше Элдеран. Я больше его всоедал на сурке. Хпала или что? Не знаю даже. Два Эрдру и два Эршама или два Эршама, Хпал и Эрдру? Хпал поприкольнее. Давай с Хпалом. Давай с Хпалом. Когда я обычно не хилю. На дамажу, блядь. Давай, Эльдеран, спикайся в Эрдру, а Йоши в Ретрика. Так, по станам, смотрите. Диплом, ты всегда станешь трусы. Батлрап, ты всегда станешь кружок. Первая волна валик, ромб. А Йоши, вторая волна валик, маковей, ромб. Три вальки. Милики, стоим в квадрате. По ССам все так же. Максимус, Конскюрит, Ягер, Войт, Старфол. На не, подожди, мы же на БДК даем. А, повороте, кинешь на БДК, на Гелда СС. Чик на пол. Я, короче, там часово распределите звездопады на комнате, чтобы не одновременно с пола давали оба. Один сначала, а другой чуть позже. Олег, повтори, пожалуйста, по СССР. Ты кидаешь на Конскюрида. А, понял, это... Ну, короче, все, понял. Так, дайте интеллект. Кидай еще, Максимус, проклятие косноязычия на Лича с первой фазы. И на переходках на... На первой, да? Да, с первой фазы пока. Ага, да. Понял. Все отлично. Рома, чуть ближе подойди только. Не буду слушать твои отчаянные. На ХП только не забудьте крикнуть. Перед БДК поставь две трапы. Не с наполом, больше на твером. Да он сейчас сдохнет. Сомнительно. Блин, чувствую всего, в себе остался, перебежали РДД, мы в три хила сейчас идем. Смотрим чему. Маудасиус. Искал. Перебежали РДД. До миликов сейчас не достаю. О, достаю. Кралька, давай, щит земли на протопала. Перебежали РДД. Звездочку. Охуенно диспел, пацаны. Бля, забыл. Милики, ловушка. Альдерана подымай. Я тупо завтыкал. Даже не видел, что она на тебе чума была. А где Маковей? Элвина. Сука. Ну, в общем, просто БР я эскейп нажал. Перебежали. Подымай. Айсфрист. Там мелкий с чумой. Боже, похуй. РДД перебежали. А Йоши, давай капли на диплома. Что это такое? Это я мелкого дернул, что-то у хуйня произошла. Вот вести, ну что-то как-то не надо.
Айоши чума. Альдеран чума. Ладно, нападаем. Войт спекайся в фейербру. Пляска. Пришел конец. Маковей вроде вылетел. Лидошип зачем-то Лича стаунтил, побежал. Я, блядь, не успел переключить. Мелкий вернулся с чумой в рейд. Ты я думал, его выбрал, только дернул Лича вместо мелкого. Зачем ты дернул моба с чумой? Ну, моба с чумой хотел дернуть, отвести к паладину, потому что он же не забрал его. Ладно. Ой, даже не знаю, почему его Рома обвиняет. Ну-ка. Ты вообще-то должен был хилить. В смысле? Алдерану говорили спекаться. Тебе тоже. 4 хила говорили. Так, а во сколько вы хилов сейчас шли? 3. 3. Ты говорил мне спекаться, я не слышал что-то. Ты единственный, кто только не слышал, что тебе надо спекаться. Но у меня запись есть, я не слышал. Могу включить запись потом. Я не слышал, я слышал Алдеран. И все. А ты говоришь. Ой, все конспектирует, да, Славик? Не, у меня же видео. Олег, походу, поест, если бежит. Может, он кнопку не вовремя нажал, не знаю. А вы слышали, что он говорил, да? Войду спекаться? Я не слышал. Но он не говорил тебе спекаться в сову. Он говорил, что мы будем хилить вчетвером, что два Эрдру, два Эршама. Так я в сове. То есть он подруг. Я бы прибежал, спекнулся, поэтому я не слышал, чтобы он говорил спекаться. Ну ладно, блять, хули. Он не говорил спекаться, но он тебе не говорил спекаться в сову. Да, там Айоши предлагал, он говорит, типа, нет, лучше пусть там Войд и Элдоран будут. Ну, короче, блядь, я не услышал, видишь, я в сове был, он не сказал спекнуться, я, блядь, не понял. Я думал, они там хилят, что там Элдоран, секьюрити, кардаба. Ребят, поесть. Хули стоим, давайте бафаться. Эрони, тоже ты будешь? Конечно. По-другому не умеем. Рыба есть, ребят. Тут сейчас все подойдут и будут рыба и бафы все. Сейчас зайду. Давайте. Чтобы был стимул какой-то для вас. Сейчас убьем с первого трая, будет доп ЕП. Ставьте рыбу. Пять повис. Ты прерываешься или либо у меня лагает? Тебя лагает, и на месте бежишь периодически. Плохо. Да, завтра я вам хилить. Чек на баф.
маску я дайте. Ну, давайте на добавку. Там на всякий случай ассистом дай. На васабу там мне. Чё-чё? Ассист. А то вдруг вылетишь. О, держи, Рела. Тебе добычу. Тебе ассиста. Всем раздали каски. Каску локов дайте. Поварам каску, по локам. Че, нормальный шмот, наверное, старшимана у меня? А чем плохой? Нормально. У тебя станы лишние. С меткостью. Погнали, я запускаю. Нормальные штаны. Другого нету. А на шамана чарка есть с критом из-под экрит? На шкину нет? Нет. Только дух? Дух ничего не дает. Вместо часов у меня есть вот эта еще штука. О, девай, это что было? Ты че? А что, не падал щиток? У меня чешкой. Да несколько хожу, не падал. А, с обычки, наверное, не упал. Пацаны, у кого там деваха какая-то на заднем фоне? То чешку, то что-то БР просят. Какая разница? Не, ну просто интересно. Что там за 26-й игрок у нас? Это мое тотемное животное. Отеденный рейд. Понятно. РДД ловушка. Чума 3 секунды. 2, 1. Килика, сам себя. Так, РДД перебежали. Звезду встаньте только что. Кинулась дальше, чем надо. Опасно. РД ловушка. Вносим чему 1 секунда. Так, конскьюрит. Ловушка 3 секунды. РДД перебежали. Звездочку. Дань ближе. Домка вставалка. Ловушка. На миликах. Забери второго шаркающего. Чума 1 секунда. Аудасиус. Долго. Что с так? Так, РД, ловушка, милики, смотрите внимательно, не сбегите в ловушку. Рядом ловушка, милики. Смотрите, милики, там кто-то сзади бьет. Ловушка 5 секунд. Потом все на край идем. 1 секунда ловушка. Надеюсь на миликов. РД ловушка. Чума 1 секунда. Все на край. Конскьюрит выноси. Моба с конскьюрита забери. Так, все на край. Дистанцию все набрали. Лили отгим на ману. Там каплю давать? Не? Кидай, не надо. Лапики. Кресты, ханты, сферы. Диплом дашь на вторых вальках, когда осквернение будет сакру. Не забирай больше трэш, чтобы чума не стакалась. Так дают трэш. У кого сейчас стоит аура от тьмы? Ставьте ауру от тьмы и на вторых вальках мастер ауру прожмете.
поменяю потом, когда со льда выйду. Давайте, Иннер из везде. Бейте шарик, добивайте последнего духа, 10 секунд есть. Так, РД. Под босса в фурике добиваем духа. Шарик, шарик. Давайте все под звездочку. ДК с лужей. Альфари, тотем. Ставь. Оков. Кружок, батл рап, ромб, айощик, трусы, диплом. Два хила схватило, бейте все вещи. Хилю танка пока. Осквернение с центра, все выходим. Альфари, выходи с центра, трусы добить. Трусы добейте-то. Становимся в другой стороне. Звездочку вот сюда. Кружок, батл рап, ромбик, маковей, трусы, диплом. Осквернение выносим к порталу. Рейд отбегает от осквернения влево. Сакру прожмешь на осквернение. Так, смотрим. На первой вальке будет осквернение. Так, я побежал. Побежали влево. На танке осквернение. Кружок ромб играем. Трусы. Альфари, кидай шок на трусы. Давайте кружок 100 тысяч добить. Теперь трусы 100 тысяч. Еще раз замедлите ромб. Ромб 100 тысяч. Все, с центра всем выйти, смещайтесь к звезде, идите все. Правую часть комнаты, слева осквернение. В центр не заходим. На третьих вальках стоим, как на первых стояли. Вот звездочку сейчас уже должно пропасть, по идее. Кружок батлрап, ромбик, айоши, трусы, диплом. Давайте, замедлили вальки, играйте трусы, кружок приоритет. Трусы, все в трусы. Ромб замедлить, трусы и ромб. Ромб остался, 300 тысяч в ромб надо залить. Осквернение под боссом, отошли все. О, молодец. Повезло. Становимся так же, как стояли на первых вальках. Кружок батл рап, ромб, маковей, трусы, диплом. Сквернение. Олег тут? 2%, 1%. Олег вылетел, походу. Говори, говори. Говорите, кто-то у меня на клавиши. Да я поговорю. Это ассист у кого? Поставь, на край, блядь. 1%, на край собрались. 1%, стоим, да. Сквернение сейчас будет. Это... Побежал. На край, на край. Я им на ману отдам. Угу, повожу комнату. Потом ставьте гимны. Я поставила. А сейчас слышно? Да. Значит, сырка. Я не вылетал. А он урка написал. Он. Ладно, бьем кружок. Повезло, служи. Сакру давал диплом? Мне слышно было, что я просил Сакру? Да, давал. Себя поставь там. Так, агро на ромбике. Олег, слышишь? Я слышу. Так, давай конскюрит первый, звездопад. А, кто там еще весов? Ивент второй, звездопад. Я там... У меня чешка на КД, короче. Два шарика, отойдите влево-право. Будем играть в кружок.
убрать и сушение, и звездопад. Кто-то ему поставил. Жаль. Так, впереди бомба, это меня беспокоит. Стоим в звезде, ждем, пока хлопнет. Побежали. Стойте в звезде или впереди звезды, не за звездой, но не сзади. СС есть, и что обновите. Так, сейчас будет выход с комнаты, личка Кастанет и Сквернение, будем играть в духа. Сквернение в центре, Элвим. Не вижу духа, короче, забагался. Короче, теплом подержи, пока леща, я огню. А вот, короче, метка есть, походу. Видите метку? Вылетел. Кто вылетел? Сейчас заберу. Все, идем к трону. Духи спустились, искренне 3 секунды к трону выносим. Меня слышно сейчас, да? Да. Кто там вылетает? Так, Дим на моно, Лилия есть? Нет, КД. А, есть уже, есть. О, ладно, подожди пока. Блин, дала уже. Знаешь, не говорил, я просто спросил. Ладно, поставил ТТМ. Давайте в звездочку, чешку отдал. Это гнева. Давайте сжались в звездочку, бомба рядом. Сейчас хлопнет и побежим. Побежали. Еще одна бомба, ладно, на фул хп рейд нормально. Давайте в звездочку ужались. Взял мастер. Молодец. Сейчас выйдем с комнаты, духи пойдут на рейд. Мы идем за звездочкой к трону, кажется. Так, а не, не к трону, к порталу. Спускаются духи. Убегаем к порталу. Блять, что за бред был? Пиздец, зачем вы туда бежите? Альдран, Маковей, поднимаю вот Элвима, ивент батлрапа, конскюрит Аудасиуса. Встали, бафнулись. Вот Элвина, да? Осквернение. Все ключи отбежали, духи спускаются. Да, поднимаю Элвима. Осквернение, диплом. Пристабаф, лапу, интеллект, каски попавшим. Элвим, встанешь? Поднимали Элвима? Да. Я пока вставать не буду, там духи летят. Ладно. Молодцы. Вот. Встанешь, знаешь, когда не вставай, встанешь уже, когда нас в комнату кинут, а ты лича побьешь. Так, у нас минус демон, да? Давайте звезду встали. Да, давайте сакру. По стенке бежим. Пристабав даем, если не давали. Впереди бомба, стоим в звезде. Побежали вот сюда, давай сакру, мастер аури есть. КД. Ничего страшного, побежали дальше. Все захилили. Каску варам дать. Диплом, давай каску по варам, по... Кто там еще падал? По ДК. Лапу. Все к порталу. Лапу дайте. Диплом прожми срезку. Можно так локоном брать. Но если бы мы так вайпнулись на первых духах. Так, два ляма осталось добить.
Вот скажи, Васап, что это было? Он стаунтил лича. Что за меня было? Мастаунт. Он стаунтил, да, мастаунтом духа сверху, который был на мне. И поэтому забрал лича. Зачем с тебя духа таунтить, блядь? А, да, при чем здесь это? Почему ДД умерли? Они побежали на лича? Они с личом побежали. Тупые просто. Так ну, это да. Ж не протопал виноват. Ну, так почаще делать, они, может, да научатся. Я не знаю. Не знаю, как вы играете. Ну, если что, протопал, мне кажется, не должен с БДК танчить, блять, огреть духа. Но он же не видит, он видит дух какой-то, блин, летит где-то в стороне. Он хочет его ставить на себя. Он нажимает, а он на меня летит. Ну, понятно, он должен посмотреть. Но я за протопала смотрю, я обычным астаунтом беру тех, которые в стороны летят, они по-любому задышат. Так а что ты лича сразу не дернул взад? Ну он, я не знаю, у него иммун был, я нажал таунт, его иммун был. А чё ты умираешь от духов? Бодурный, чё ещё, блядь? Не гоните по зловещему. Круто, ты если с личом спрыгнешь с пропасти, они за тобой, наверное, прыгнут. Гоните у кого есть зловещим духом, пожалуйста. Жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Странно, что хотя шапе легко обогнать собой. Да это я бы был на первом месте. Я последнюю комнату проебался со звездопадом и до комнаты дал. Так бы я вырвался. Хуйня. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец я свободен. Все кончено. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Ну чё это? Челябинская фея козырная. Ты едешь в Барнаул? На картошечку. Ну в смысле не кушать картошечку, а копать уже. Ты к сентябрю как раз поедешь. Воду, наверное, я не знаю. Это я кудесниц. А, да. Глора, зов. Да я балдею. А, на мне лут. Ну давай мне, я знаю. Дайте коня, пацаны, тоже. Ну, нет, я не буду, как это, где мой бет, такое делать, но все равно буду благодарен. Дарин, он на офф? Где мой бет? А я уточню. А сколько давать? За 180 или 93? 93. Почему 93? Нет. Фул 1800 гора. 10% 180. Сейчас добавлю, значит, зов ролите. Гора турбисовая пуха. Она 937 это 50%. Там 937 аркуз, всякие там фалимраши и эти зовы, еще что-то. А зов сколько? 1400? Нет, 937 зов. За фул. Олег.
Олег. Да. Объедини там персик, пожалуйста. Кого линкануть? Объедини там персик, пожалуйста. Да, сейчас. Какие ники? Токен Рокси. Сейчас напишу. У меня аж кошка заскулила, услышав твой голос. Ты что за женщина, что ли? Это на что готов ли? На кик. Кик куда? Кик с планеты. Я готов. Конскьюрит, я все правильно понял. Он же выше. 10p. А кто из них хуловый? Да. Коня рольте. И скажите, если кому токены с обычки нужны. С обычки на ДК там есть? Сколько? О, можно Даринону коня дать. Предлагаю. Олег тут? Олег? Да. Дополнительное ЕП будет, да? Да, накидывай 3500. Так тут завоеватели. Я просто даже не смотрел, я как бы листанул. Нужны кому завоеватели? Ссылочки, токены. Паладин, желез, чернокнижник. Не знаю. Ну как ты не знаешь? Ты этот, он пилот нашего самолета. Ну, мне в 10, если что, надо будет уйти. В 10? Да, 40 минут. На сколько? Надолго. Чё нас кидаешь? На сколько ты еще уходишь? До утра. Красава. Ладно, давайте тогда быстро накидывай ЕП, я собираю. Если за 20 минут мы не убиваем трэш к боссам, то распускаю рейд в РС. 2,5 часа? 3,5 накидывай. Я иду на хулипала. У меня только сова, пацан. Тут такой вопрос с Лилией. Она шмот ролила, а ИП, наверное, за прошлое ЦЛК получила на приста. Наверное, и на Лока можно ИП начислить. Или как сделать? Я уже все решил. Думайте об этом. Ну, типа, за то ЦЛК на Лока можно? Или за... Ну, хуй знает. А что ты решил?